Йоу, всем привет, я МС Анюта, и у меня есть ответы на ваш вопрос. Просто понимаете, такое дело, я уже, это видео просто уже как год, и все люди кидают в разные странички, в разные сети, там, в разные группы, и просто многие люди просто я добавляют. Я пока не думаю, потому что я... Я сейчас альбомы записываю, мне еще пока это не надо. Просто я начинаю делать рэп в южном стиле, как бы вот это технички. Янукович молодец, Янукович молодец, он взорвал вообще интернет. Типа, я против ЕС, Янукович молодец. Концерты пока не планирую, но в будущем будут, не переживайте. Начала читать рэп, во-первых, потому что, это было сегодня ровно 3 года, как я записываю рэп. И как бы я из старшей школы вместе с пацанами. И просто пацаны предложили записать рэп. Хотя я сначала не соглашалась, потом согласилась. И думаю, получится. И я записала первый трек «Снег». Когда начну нормально писать рэп. Кому не нравится, отвалите, Я не стараюсь под кого-то копироваться, я создаю свой стиль. Если не нравится, просто не слушайте. Я делаю все для себя. Я вообще-то не слушаю людей, те, которые плохого обо мне мнения. Я стараюсь, и у меня есть цель, и я иду по этой цели. Я делаю то, что нравится, я не делаю то, что мне говорят. А вот, остановись, все, нужно руки опустить. Нифига подобного. Как бы это старые альбомы для меня уже. Диски, они не делаются. Они есть в группе, можете скачивать, все свободно слушать, но диски они не делаются. С Вадиком Слимом я как бы знакома с января. И, я зашла в Твиттер и просто ему написала, можешь подогнать биточек. Он как бы согласился. И вот спасибо ему, такие дружеские отношения, как бы не отказал, а ты только начинающий, как бы мне жалко, у самого мало, подогнал, хороший парень. Ему, наверное, понравилось то, что я читаю, стремлюсь к этому, он хороший парень. Как бы вот мой новый альбом, здесь есть, здесь в этом альбоме есть мейнстрим, он подогнал еще один битос, именно под этот вот новый альбом. Привет Вадику в Москву. Трек «Резервы» потянул. Нашли через Пашу техника, не хочу больше делать с расколом. Это было еще летом, мне предлагали это на разогреве выступать, и я не прошла по голосованию. Конечно, я не унывала сильно, но спасибо большое. Концертов и туров ничего не намечается, спасибо большое, что поддерживаете меня. На личном фронте все хорошо. На Новый год приедет парень. Надеюсь, все будет отлично. Я, во-первых, не пою. Я читаю рэп. А так жизнь покажет. Фиты будут на альбоме. Я ни с кем сейчас не планирую писать. В 2014 году будет именно... все будет именно сольное. Я одна стараюсь. Хочу одна пока не писать. Если честно сказать, мне недавно предлагали... записать трек с АК-47. Я удивилась очень сильно. Мне не нравится, как они маты гонят. Это вообще такой... я хожу в церковь, я не люблю сильно маты, они там себя называют, Витя, он ненормально, относится к людям, не по теме пишет. Можно было бы батл с ним. Я вызвала на Versus, но он не хотел этого. Он просто понял, что я его опущу ниже плинтуса, и все. Я вам скажу пример. Например, Витя Янукович, да? Мы записали вместе, сидели с моим продюсером ВКонтакте. И он строчку, я строчку. И за 10 минут мы записали один трек. Потом начали делать битло. И записали быстро Потом сняли клип. Это два дня прошло. Прошло именно, чтобы сняли клип, именно записали все. Вели именно, залили, в интернет, в YouTube. И уже 50 тысяч просмотров за 2 дня. Секрет успеха, между прочим. Без стилистов, сама по себе. С 2010 года начинаю развиваться, конечно, сначала смеялись. И по сегодняшний день развиваюсь, так что здесь ничего такого нет. Мы просто, понимаете, просто делать нечего было, и мы начали треки писать просто так.
Ну, что под голову, что первым словом попало, то и записывали. И за один день написали альбом. Трек «Мне тебе не жаль», и Артём — это просто выдуманный персонаж. Ну, летали в Лондон, как бы. Ну, да не знаю, почему-то очень много матов еще. Оскорбление к людям, неуважение. Ну, не знаю, но мне не нравится. Я бы лучше слушала бы Надежду Бабкину, чем этих Окси первого класса и Шока. А, да, еще АК-47. Конечно, нравится. Без базара. Ну, просто, понимаете, мне... Ну, нравится песня, хочется просто перечитать. Или там, где голос, ну, не очень был. А тут стараюсь сейчас сама все делать. Да, есть. Его зовут Валера. Достучаться ко мне не сможете. Дверь каменная, бронированная, короче. Но если хотите фиты за деньги, как бы деньги сейчас не помешают, потому что я скоро буду поступать на повара-кондитера, деньги нужны будут. Но если хотите, конечно, пишите там. Там можете добавляться в друзья и подписать там, типа, фит за деньги, и я, может быть, приму заявку, потому что я так не принимаю заявки. Есть страница для фанатов и есть моя личная страница, там, где по связям только, ну, там мало людей. Хоть я и не сильный поэт такой, но я сама пишу. У меня, когда приходит вдохновение, как бы ночью, и просто мне не нужны пока эти помощники. Спасибо большое. Спасибо за поддержку, за помощь, но не нужно. Как бы я сказала про фиты и про село, у меня даже есть пару треков. Мне не нужна помощь, не переживайте, все хорошо. Короче, я не знаю, когда ждать на Версусе, но против Басота я не буду, короче, но против Акабы я наказала бы его. Просто опустила бы ниже плинтуса. Короче, что-то маячили через Твиттер. И, короче, Азимут Звук там, короче, намаячил, короче, и примаячили, да такой. Ну, короче, дис, не жди на себя, как бы, я не буду маячить, я не буду, короче, тебя делать известным чудаком. Как бы, мне это не надо, я, короче, пишу рэп, а не рэпчик. Артемон, короче, ну, короче, я не хочу с ним связываться, он как бы тролль, и я боюсь малеха его, все. Короче, я видела видео, что он боится школьников. Ну, короче, таких видео я не... Ходит с пистолетами игрушечными, господи, маленький ребенок. Всех вас с наступающим Новым годом. Вот новый альбом «Замели метели в рэп». И, как бы, ждите. Ну, короче, уже 12-й альбом. Всем пока. Янукович, молодец. Мы не вступили в ЕС. Дядя Витя, умный парень. Видимо, он понимает.